когда-то раньше, ну, нужно было, какая-то необходимость, я помню, я покупала для какой-то своей пациентки вот это все, какая-то там фарфоровая кислота, что-то там, это, отреставрировать нужно было керамику, там срочная какая-то была история. Но я больше никогда этим не пользовалась. Вот просто я нашла. Это, по сути, эти композиционные швы на 2 недели. У меня тут была проблема, у меня доктор, я ему скидывала эту висту, он меня спрашивает, он обратился, он не умеет работать с композиционными материалами, он обратился к терапевту за помощью, и терапевт ему сказал, для того, чтобы эти швы держались, нужно отпрепарировать поверхности вестибулярных зубов. Я ему написала, что, может, поменяем терапевта. Площадку создать. Ну, бред вообще. Ласточки на гнезде. Вот можно вернуться на первый слайд, и вот вы наушкой своей можете провести линию разреза? Да, вот нет, вот так, вот это. Линия разреза нёбна, вот там. Нёбна. Вот на этом уровне, но нёбна. А тут как отслаивались? Расщеплялась, как карман. Скальпелем. А по борозде, вот здесь вот, в области 11? Рекомендуется делать парасолькулярные разрезы, которые потом вот так уходят на нет, по методике. Видели, как я показала? Парасаркулярный разрез, это что такое за разрез? Это разрез рядом с бороздой. Вот он. И он уходит сюда на нет. Что? Миллиметр, грубо сказать. Да, да. И он уходит на нет сюда, к зубу. Спасибо. А дальше вы отслаиваете просто карман. Это субэпителиальный лоскут на ножке, перевернутый с мостиком. Ну, это такое совсем уже история. Никто не додумался, но фила там, типа, стены. Но фактически это он и есть. Я это делала 5 раз в своей жизни. Все 5 раз у меня были хорошие и успешные результаты. У меня ничего тут не погибало, все было прекрасно. Очень трудоемкая работа, требует, ну, очень высокого уровня мануальных навыков, и тут много рисков. И, честно говоря, я на сегодняшний день уже не пущусь в эту историю, и есть решение проще просто. Почти, ну, около 2 часов операция занимает. Для меня это очень долго. Я достаточно быстро оперирую, я как бы не люблю вот это все длительное. Ну, то есть там, где только это, ну, продиктовано каким-то технологическим процессом. Но это очень долго делать. Суть вот в чем там. Я расскажу, если нужно вот прям очень подробно, то покажу. Извините. Делается мостик. Мостик. Разрез полнослойный. Мы начинаем формировать субэпителиальный лоскут, так как мы раньше забирали субэпителиальные трансплантаты. Расслаивая эпители, снаружи остается, здесь у нас соединительная ткань. Мы все это потихонечку отслаиваем отсюда. Формируем мостик так, чтобы осталась соединительная ткань внизу, а эпителиальный мостик наверху. Достаем субэпителиальный лоскут на ножке, подкручиваем его под мостик, под эпителиальный прижимающий. Что? Из эпителия вот здесь делается мостик. Делается 2 разреза не полнослойных. И здесь препарируется вот такое. Это верхняя. Вы на нижней такое не сделаете. Это метод только, который на верхней челюсти используется. Переворачиваете, заправляете в ранее приготовленный карман. И там ушиваете. А без мостика можно это сделать?
Можно, он у вас в перевернутом месте отомрет. Мостик – это дополнительная анатомическая фиксация и питание для этого лоскута. Там этой перемычки будет недостаточно. Самая главная ситуация – не делать вот это место очень узкое. Иначе там недостаточно будет коллатерали образовываться, кровоток. Куда? Сюда? Не, чуть выше. Сюда? А там у вас зуб или имплантат? Ну, имплантат, это для имплантации вообще метод. Я один раз, у меня была безвыходная ситуация. У пациента было одномоментное удаление, имплантация, но удаление было такое, уже имелся очень значительный дефект вестибулярный. И когда я поставила имплантат, у меня был полностью погружен в кость, а десны вообще негде было взять. Это на удивление был молодой человек, причем нормального телосложения. Это была какая-то местная причина, то есть то ли он так долго с этим корнем ужасным переломанным ходил, то ли что. Я делала у него, ну, красиво получилось, у него все это восстановилось потом. Он у меня, правда, попал в челюстно-лицевую хирургию после операции. У него кровотечение вот здесь, да, в петле небной открылось, а он напился, дурак, этого кетопрофена. Ну, кетонова, он же увеличивает риски кровотечений после. Вот, и поехал в больницу. Там его разглядывали. Начал ха, значит, долго, что это у него такое во рту, какого там. Но ничего, они не стали трогать. Деликатные ребята оказались они там. Ну, подшили ему, понятно, петлю быстренько и отпустили домой. Такая была история. Повезло. Я думаю, у нас бы что-нибудь сделали. Черха точно. Все с нами решили. Ничего бы не сделали. А зачем вам это нужно? Тоже лишнее, ну это... Там ночью вот и я вас... Ну, сделали, мы ее отпустили. Ну, или так, или вообще. А что сейчас происходит в стационарах, мне вообще кажется, ты, если только из ушей у тебя кровь будет хлестать, к тебе подойдут. А, Мария Александровна, скажите, а вот получается, что фактически основание трансплантата, да, которое проходит теперь, получается, под мостик. Лоскут на ножке, это да. Не трансплантат. Ну, я имею в виду, да, лоскут угу. На ножке. Но оно открытое. Вот здесь мы ушиваем. Там же перехлёст, судя по вот здесь. Рисунку, да. Вот здесь? Вот здесь оно открыто. Да, лоскут этот... Да. Оно открыто той частью, которая, в принципе, прилежала к надкоснице. Правильно? Он же вот так вот. Угу. А какой вариант того, что это не... Он покрывается фибринозным налетом и эпителизируется. А не логичнее тогда действительно этот мостик сделать, ну, в смысле, вот край оставить там, где он сейчас есть, а потом сделать разрез у переднего края, ну, проекции переднего края заглушки, и там, где вот сейчас и есть разрез, да, и вот этот вот участок расщепить и поднять. Нет, 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 ну вот я поняла, вот здесь вот довести его сюда, чтобы вот этого куска не торчало. Да, но здесь все-таки очень все близко, а во рту это находится немножко дальше. И вот эта часть неба, которую надо, да, сделать, по методике надкостница должна лежать там на месте, и это все только эпителиальное. Почему я сказала, там очень все под большими вопросами, и я сейчас стараюсь вот к этой методике не обращаться. Но вам донести обязана. Если вы можете взять вот этот субэпителиальный трансплантат максимально близко сюда, то да. Если у вас не будет, это очень большой зоной, да, как бы вот.
Ведь там же еще есть небная ребристость, вот это не забывайте. И забор этого, собственно, эпителиального трансплантата, лоскута, он тоже такой. Ну, он в той зоне, в которой, как бы, не рекомендуешь, ну, такой, не очень хороший. Не очень. Получается, что у него дистальная часть будет более плотная и широкая, нежели... Да, нежели медиальная, все правильно. Я оговорила с вами сразу, да, по поводу. У меня было вот несколько безвыходных ситуаций, в которых я применяла подобный метод. Возможно при этом применить такой метод, как вот при закрытии перфорации ребра мозга? Вообще реально? Вы знаете, я вам даже больше скажу, я бы сейчас так и сделала. Но только вестибулярно, не ребра мозга, а вестибулярно. Вестибулярный я бы взяла бы и по методу латерального перемещения просто переместила бы сбоку ткани туда. Можно показать? Да, латеральное перемещение есть у вас. Вот там в раздатке. Хорошо. Нам чуть-чуть осталось.